Веденеева? Ты? Боже мой. Такими судьбами. Сколько лет, сколько зим? Одно лето. И вот еще зима. Как живем, Веденеева? Спасибо. Омерзительно. Il ne fait jamais rien outre. А это еще что такое? Это, Веденеева, я по языку в аспирантуру. Опять провалился. Вот взялся за правило особо поражающие меня вещи формулировать по-французски. А я поразил? Oui. Шарман. Ты где? В медицинском. Еще замуж. Нравится? Где? В медицинском? Или замуж? У меня муж Григорий Ганин. Он из ВЭС, параллельно. Он до конца не тянул и в ПТУ ушел. Из 9-го. Не припоминаете? Не очень. Небо увидеть. Я сразу вспомню. А так не очень. Напрасно. Потому что он теперь закройщик. У него удивительно, видите ли, к этому делу вдруг талант прорезался. Все как с ума посходили. Образовалась жуткая очередь. Он, представьте, труется, как пчелка, а очередь совсем не рассасывается. Но вас я могу устроить. Без очереди, по-семейному. По блату, хотите? Черт его знает. У него родители подполковники. Это как? Очень просто. Отец обычный подполковник, но, правда, уже на пенсии. А мать медик, военный врач. Очень хорошие сущности люди. Они нам кооператив построили. Две комнаты. Хорошо? Хорошо. Ну, спасибо тебе, Веденеева, что зашла, молодчина, что не забываешь нашу, так сказать, альма-матер. Тебя сны не мучат. Это что с тобой, Веденеева? А чего ты вдруг со мной на «ты»? Может, помните, в 9-м на картошку ездили. Там дождь пошел. Не припоминаете? Нет. Ну, это естественно. Мало ли дождей. А я вот запомнила. Там дерево большое росло. Посреди поля одно. Вот под этим деревом мы с вами от дождей спрятались. Вы и я. Рядом стояли. Вот этот ливень. Мне по ночам все мерещится от чего-то. А вы позеленели как-то. Стареть, что ли, начинаете? Вам сегодня сколько стукнуло? Ты это помнишь? Ну а как же? Так сколько? 33. Жуткий возраст. Почему? Лермонтову уже 6 лет, как застрелили. Ну, а Пушкину, правда, еще 4 жить.